Шестую пати пока кикнул на замену. А ты влема спекнулся? У тебя энх это такой? Ты пособираешь его? Да он фуловый, там пушки надо выбить почти. Да, ты ВДК. Все тут. Можно суман, пожалуйста? Разбань. Сейчас уманем. Вы просто на ФК примите, готов. Чтоб я понимал просто. Тыкните по этому. Суман. Полишит королева. Еще раз. Ладно. Короче, смотрите, блядь, по второй фазе. Сразу замечание. Стоите все время, блядь, за спиной лича. Чтобы летели вальки, блядь, в одну сторону. Это первое. Далеко не разбегайтесь. Когда вторые вальки будут со сквернением, которые... Становитесь полумесяцем, напоминаю. Ну, примерно вот. Сейчас я вам раскидаю, плюс-минус. Полумесяцем становитесь, чтобы они тоже в одну сторону летели. И спиной главное, блядь, вот допустим, если вы в печеньке, спиной вот тоже вот так вот стоите. Чтоб вальки летели в одну сторону. Осквернение выносите по малому кругу. Там, если попадает в одну валю, вот, допустим, в трусах взял какую-то вальку, ничего страшного. Просто отходите от этого. Так, а у нас есть, кстати, ЭБшки, да? Фелиция. Мирая. Две ЭБшки, да? А не, три. Еще Ридига. По очереди кидайте лужу и башню подвальную. Он тоже замедляет хорошо. Этот щука каток и Бентли Яков земли ТТ. Мирая, ты первый, если что, лужу кидаешь. Эту ЭБшную. Фелиция, ты второй, и ты, если что, третий. Это повалька. На перефазе лича подбивать. Блять, я не знаю, нахуй. Ну, давайте попробуем. Но максимально хулишитые дальше похилили. Там же что-то с этими сделали. Помнишь, мы в обычке смотрели, там ДПС подняли. Ну, это от сфер, блядь. Сферы на ком луч просто отводите от рейда, чтобы не уешить. Парень. На ком будет такой, блядь, голубенький лучик, просто отойдите от ряда, чтобы не хуялись парень. Вот все. Рыбу ставлю, хавайте. Ласки берите сами. Ну, тогда, пожалуйста, на перефазах это кучнее вставайте, ближе к центру, чтобы выносить краю можно было тогда сферку. Иначе придется убегать нахуй в долран. РДД все бегаем в печеньки. Да, бьете Адели и Холишит. Люксуар, не проеби, да, Адели и Холишит и на перефазе. Хорошо. Можно смотреть? Она бы, конечно, не ПВЕшный там всего, да? Вместо друида вообще... Кого? ПВЕ, ну, это... ПВЕ. Рита, ты был в 10? Ты вообще слышал, что лужу кинешь? Ну да, я слышал. Я третий кидаю. Я вообще узнал, что она замедляет, только сейчас я не читал. Она же замедляет и увеличивает скорость бега союзника. Я просто думал, я что-то не обращал внимания, что у нас АБшки есть. Ну. Поставьте шкаф, отеля присумонить. Что-то не присумонился нихуя. Он был же тот нахуй. Ну я его сумонил, я хз. Ты думал, как я поменял. А, типа, чтобы замедлять. По танкам также. А, еще этот. Мы бьем на краю. Ну, на краю, короче. Там чему выносить вам милики не надо, просто диспалить. От ловушек главное отходите, особенно когда кидается на танк. Да, Геру на вторую сальду. Арчи на полбак. Настя, что тебе не хватает? Там еще 1,5 минуты лич запускаться будет. Настя.
Ясно, короче, я запускаю. Не разодай все в печеньке. Две секунды было. Пей теперь бокс. Ловушка первая. РДД перебежали. Шаркарю подъебал, только не подмигайте, напоминаю. РДД перебежали, бой чума. Лича немножко подвозил. Бой аккуратно в ловушку, блядь. Милики перебежали. Сейчас чума и ловушка будет. РДД перебежали, алканфил чума. РДД левее друг. Ловушка. Милики перебежали. Сейчас чума и ловушка. Милики перебежали, рис ничего. Если сейчас на мили ловушку кинется, РДД тоже перебегает. РДД перебежали. Люксор, чума, РДД перебежали. Мельки перебежали. Шаркер подъебал, не подходите, пожалуйста, фонарь отворачивай, шаркеря, главное. Чума, стерва. РДД перебежали. РДД перебежали. Хиль, хулишита и Адели. Хулишита и Адели прохил. Максимально хильти. По дневным играем. По возможности косты кикайте. На ком этот голубенький лучик от сферки вы носите щука максимально по сферам играет. Удаляйте, плюс мне ману. Ты нам стопом хилю. А, поставь тотем, рит, и дай гим, Юли. Сферы больше, видишь? Донос доход. Войт, помогай по сферам играть. Мы с трэшем справимся. По трэшу даже не надо, по дневному не надо играть, главное сферу убивать.
больше под дневным этом переходили, были. Перебежали. Сферку добить. Прохил. Сферу добейте быстрее дневного. Все, по лечу поехали. Геру дали туда ДПС. Дневного одного ешьте. Еще как ток сразу разделяет. Реслин гнев небес, дай. Валик не страдает. Осквернения разбежались. Фиат Фелиция, это ж... Ну, блядь, добейте Валю, чё он почти улетел, блядь, Алпунфел. Босс играть. РДД разбежали сразу полумесяца, мне надо подходить, сейчас будет у вас осквернение Валю. Лужи также полумесяца выносите и отходите от осквернения сразу. Вакозябра прохил. Осквернения разбежались, по валькам сыграли. По печеньке РДД сыграть. Там королева улетела. РДД по печеньке. Дай массакру фонарь. Прохил. Блять, выключи микрофон, пожалуйста, блять. Сука. Петух нахуй. Полечу дальше играйте. Бой, дай бэр по королеве, иннер ей залей сразу. Кринжкинга. Ладно. Майся, бэр не кринжкинга. Осквернения разбежались. Прохильте заранее, пожалуйста. Ребафните маги приста. Меня бить не надо. Разбейте двух вальтом. Заражение прохил. Сохранение разбежались. Валик быстрее добивайте. Долго очень бьете. Потом за спину все ключу. За спину ключу все быстрее. Прохил заражение. Ладно. На следующее заражение до шамана сможет. Арестин гнев небес. Мирая лужу дай. Осквернения разбежались. Повалимся с экрана. Дали уе быстрее. Плеча подводи и квалим. Дремих дай избаунд. Прохильте заражение нормально. Почему, блядь, две вали полетели в одну сторону, блядь, а третья хуй пойми куда? Блять, чё осквернение подвали вынесли? Ну вы уёбки совсем, что ли, я не могу понять, нахуй. Сказал же, блять, разбежались осквернения. Нахуя вы в сторону валь побежали, конченые? Почему вали полетели в ту сторону, блять? Одна в другую, блять, две в другую, на. Объясните мне, в чем проблема, блять? Вы, блять, не можете, сука, стоять за спину ключу или что, я не могу понять, нахуй. На. И повалим активнее играть. Долго заливается, там почти улетают люди. На второй два улетело, блядь. А кто это сейчас осквернение вынес так охуенно? Не понял вообще, о чем. У нас вот в подвале не надо вносить скверни. 340.
Это повалим 341 тысячу медальонных воинов. Видишь, неплохо, значит. Значит, все-таки работает по плечом. Значит, тема. Остали на исходный полбах, приехали. А Роги нету еще. Кого? Он уже добежал. Запахните Рогу, он рыбу ешь. Я запускаю. И кого это, блядь, микрофон там, блядь, хрипел нахуй? Или телефон там звонил, хуй пойми, блядь. Врубите звук, блядь. Чё по ушам дал. Добрый, хорошо. Так, и давайте поймаю на тьму. Первую Настя дает. Вторую Арислин забираешь, тьму. Фелиция третью. 44-й. 10 секунд, по-моему. 3, 2, 1. Припод пить. Медики отбежали. РДД перебежали, щука, чума. Щука, блядь, тормоз ёбаный ты, блядь. На вурдалаке, вурдалака заберите с РДД зоны, на нем чума. Угу. Милики перебежали. Опять на вурдалаке чума бегает в РДД. Угу. Милики перебежали. Чума, стерва. Стерва, можешь просто вынести диспел его там где-нибудь. Заранее. Милики перебежали, РДД передвигаемся тоже. Лепщинка. Милики перебежали, РДД передвинулись тоже. Кунька чума. Диспало. Милики перебежали, РДД тоже. Чума и ловушка будет. РДД перебежали, отдали чума. Диспаланс. Угу. Милики перебежали. Фонарь забери, шахтеря. Чума и ловушка сейчас будет. Милики перебежали с инзуру чума, РДД тоже перешли. Милики перебежали, РДД тоже. Снимите
мочить. Ну, Ксор, вынеси память. Ну куда, блядь? Ну я же хилю. Блядь. Давайте. Падайте нахуй, хилите, блядь. Мирай, ты, блядь, вообще видишь, что там в миле кидалась ловушка, блядь? Нахуй ты в ловушку бежишь? Или кто там, блядь? А, это не Мирай, сори. Короче, какой-то там мили. Мне показалось, Мирай. Диван не работает, наверное. Не работает. На этой перефазе. Перефаз не работает. Смотрите, в какое место она летит, когда возвращаетесь. Блять, ничего не нарисовал. А что Финарин сделал? Обосрался. Штаны с ней забыл. Ловушку забежал. Ебать дал. Блять, работа кончилась. Дайте банк кто-нибудь. Или поставьте рыбу сами. Кого-то умеете. Хаутером. Блять, Жайна, блять, вы от ловушки, сука, отбегаете, блядь. Там, блять, лучи, метеоры, нахуй. Чего на плыма? Блять, Шридига. Ребят, ну, там да, еще минута, блять, ивента потом запустит. Я здесь, в ДБМ просто прозалез. Знает, ты лучше. Лучше всех, прям вообще. Клуб ничтожества. А? Почему? Не расслаблялся. Хули вы ржете? Нет, бабы и наебанные. Кунка, ты признаешь, что фонарь лучше, чем ты намного. Чего? Мой брат всегда лучше меня. Не стыдно даже такое сказать. Ладно, все, соберитесь. Нити перебежали.
Чума ловушка будет. Милики перебежали, а ДД тоже. Милики перебежали. Бо, танк. Блядь. Ой, блядь, падайте. Зайдите все в ловушку. Шо? Сейчас диваны работают, раздайте их. Ребят, на миликах, там иногда кидается ловушка на танка. Вот смотрите, когда в драмича кидает, или фонаря, вам там чуть надо обходить, либо бежать быстрее. Я дам, а средством вставайте. По 45 тысяч лава критует, охуеть. Надо рыбу покрутить. Блять, даже я сонный, нахуй. 4 минуты, ща я приду. Ща я приду. Я нахуй сонный. Только проснулся, и даже я не улетел. Ну, вообще кончено. Ну смотри, я когда прожимаю, когда у меня покорение стихий и трипод прожимаю, тогда у меня нормально лава, я не через раз кастую. Я просто подряд хуячу. И там вот сейчас настакал, я 10, по-моему, стаков. А, все нормально, да, работает. Но знаешь, в чем фишка? Типа, когда ты призываешь до боя, он иногда багается и, короче, не дает тебе баф. Поэтому я сначала тотемы ставлю, а уже в бою его призываю. Типа, чтобы ККД не проебывал. Там я за секунду до боя вызывал. Сейчас нормально, сейчас все четко работает. Ничего не понял, но ты задел мне душу. Парные чарки, они такие. Одной толку нету большого. Есть. Ну, как бы у кого парные чарки. Вот мне, например, допустим, особо нет. У меня был лем, я типа его вначале выпил, и он у меня лежал, пусть знает сколько времени. Так смысл есть, получается. Ну, такое. Зачем ты обманываешь людей? Как кнут, блядь. Заебали, чё смешного нахуй в этом кнуте? Да хуй знает. Кнут и кунка, блядь. Есть же выражение такое, кнут и пряник. Да? Да это мурофли, это такая. Ну, понял. А что, табуретка вверх ногами или нет? Да. Вверх ногами. Кунка, ты почему на четвертом месте? По боссу? По боссу ты на 15-м, блядь. Какой 15-й, блядь? Кунка, значит, ты по боссу вообще на 5-м, блядь, понимаешь? Так это хорошо. Тебя какой-то маленький умный мальчик обогнал даже. Ты шо? Мираэль, что ли? Колясочник, он меня не обгонит. Не, я тут могу как бы и в трэш накрутить. И вообще быть на первом месте. Хотите этого? Валик накручивать. Не, на валик на второй фазе накручиваем. Валик я дохуя дал. Сам посмотри. Больше всех дал, мне кажется. Чем докажешь? Бля, хуёво, что у нас на роках нету, блядь, медальона, нахуй. Это у ретриков по 300 тысяч по валькам. Хуёво, что у нас нету кружки в рейде. Вон, да есть кружка, умирая. Есть умирая кружка. Умирая болезненный? Батя, рискин. Всё, беру сразу назад, он красавчик. Чё, нет тоже кружки у него? Еба, Додик, ты чё, задонил, что ли? Ну, он за голду имеет.
Сейчас медальон на всех более-менее стоячих боссах, нахуй. Это прям охуенный тринкет, что на энхов, на мультика. Да, это есть такое. 4 слапа, блядь. Неохота ее выбивать, конечно. Ну да, тем более сухарь, блядь, такой. Выбивать, да. Там даже, блядь, без гири, нахуй, падают по 10-15 раз. Да, не, можно просто его выбивать, выбивать, выбить, короче. А потом, блядь, собака с тутулы X-Temp его понерфит. Он, кажется, так и будет с кружкой ее понерфит. Ну, Дезерон, похуй, кто там занимается этим. Все тут вообще нахуй. Ну, это ему X-Temp. Дальше поставить этот тема. А гадюка есть у кого-то? Или она не нужна? Да есть она, вон у Арислина, у официантки. Блэкич, проснись. Ержан, вставай, блин. Блять, я боюсь представить, какой там ОКЗС будет, вот реально. Учитывая, что, блядь, в салках ХП нарисовали, нахуй. Манекен. Там ОКЗС вообще, да, похуй, пиздец. Пускай будет любое. Главное, чтобы оно уже вышло, нахуй. Там будут манекены, как хобочки. Типа, геройку опять ёбнуто сделают. Манекены, не манекены, но ХП подрисуют, блять, и будем под берсу упирать. Ну, еще ЖРС должна быть только. Ну, только обычка, что только первая КД так было, потом занерфили. Грубо говоря, у нас 20 дней до X5, считайте, возможно будет. До Т5 20 дней, возможно, часов. Еще и РСХМ не было, прежде чем Т5. Потом, скорее всего, РСК выйдет следующий. Типа. Не, ну, у меня были, типа, такие предположения, что с 11 по 24 ноября будет, типа, Т5 выход. Ну, то есть я такие часы ставил еще где-то летом. В начале это сказал. Блэкич с нами, блядь, он решил Блэкич поиграть. Все, поехали. Еще не открыли даже, еще вряд ли будет Т5. Сейчас еще Т4 откроют, еще ЦЛК, ой, Т4, РС-ку откроют. Ладно, все, соберитесь, ребят, блядь, ну, нажмите нормально на свои кнопки и подумайте головой. Особенно милики, блядь, заебали вылетать уже. Так, БС обычки, это Т5, нет? Это никто не знает, где будет. О, обычка. Если ЗС ОКО еще, ну, я БС думаю, где-то... Еще. Не, я думаю, к Новому году откроют, наверное. Должны еще и РС-ку открыть. Герб, блядь. Думаю, к Новому году мы же ЗС ОКО уже завезли. Будете в Т5 развлекаться. Переход и петь. Когда перебежали? Ловушка чума сейчас будет. Юля чума, РДД перебежали. Блять, а куда ловушка кинулась? Я чуть не понял. Возможно, невидимая бывает. На кинофеле она была. На королеве, что ли? Ладно, РДД перебежали. Все, похуй, запили, забыли. Ловушка чумачка будет. Мася чума. Милики, ловушка перебежали. Щука, снимай иступление, шаркаря. РДД перебежали.
щука дальше чуть-чуть. Чума. Блэки, чума. РДД перебежали. Блэки, еще аккуратно, там ловушка. Сейчас если на РДД кинется ловушка, миликов переводить будет. РДД перебежали, милики, подводите вас тоже. РДД перебежали, милики, босса подводить, диспаун. Понять? РДД перебежали, еще босс подводит. Если не чума. Миники ловушка. РДД ловушка. Вниз я среду ее просто. РДД перебежали, ловушка. На ком чума? Вынесите среду и продиспельте. Ёбаный вы, посмотрите в дебаф, блядь. Термит. Все, нет. Хиль, хулиши, это я Адели. Адели хулиши. Просил. А я хилю, хилю. На ком сверки, блядь, от Люксор отойдите, короче. Войт еще по... Сфера ветер. Сфера. Может массакру дать? Да выносите ебан, дай массакру. Выносите ебаные милики, блять, на ком этот луч ебучий? Вы ж убиваете нахуй друг друга, дебилы, блять. Заебись нахуй. Сказал же, блять, смотрите на ком луч, выносите, блять. Вот кто там, королева Блэкич или кто, блять, я не вижу нахуй, на ком эта хуйня. Ой, блять, ой, дашь БР. Ролево. Переходим. Сферу добейте быстрее. БР, давай. Прохил заражение. Ребахнули пул рогу. Арисин Мастан. По валькам сыграли. Осквернения разбежались. От меня отойди, квакозябр, блядь. Блядь, смотрите, там встанет. Блядь. Ты тут? Вылетел, похоже. А, не вылетел. Осквернения разбежались. Дай массакру, кому. А по галеточке. Замедление, дайте по печеньке, блядь. Лужу киньте, бэшную, сука. Инвалиды, нахуй. Каток где, блядь? Щука, нахуй. Стан, дайте по печеньке. И по трусам ромбику что-нибудь. Охуенно, блядь. Я могу встать. Все, в пизду, падайте, нахуй. Давайте диваны всем. Я могу встать, мы срез давай. Не надо вставать, и мы срез давай. Твое встать, она не может пригодиться. Ну да, Рит, вылетел. Да потому что мне ебаная скотина там валяется по проводам, сука. Не возможно, убить хочу нахуй.
За сколько убийство человека? Выкинь его нахуй через окно, блядь. Ну ща подожди, матери, ну поебал табуреткой, стукану бы еще разок другой. А мразь лежит на проводах, нахуй, не хочет вставать, нахуй. Нет. Чем могу помочь? Ступай. Так, давайте там аккуратно, только валик не сагрите. Кто не уверен, мы суманем лучше. Пизду. Не бегите. Чакунка психанул, накрутил, что ли? А чё урдалаки? Давайте логи скинем, блядь, нерфармсов, кто дамажит духовен. Чё мне нравится, я по валькам дал, мне хорошо. По лечу дал хорошо. Урдалак приспешник. Вот почему урдалаки так быстро умирают. Это баг. А, это я забагал вначале, типа, ходил там. Да. What the fuck? Ну то, что они быстро умирают, это, конечно, хорошо, но и как бы одновременно плохо. Откомфил вообще вихрь спамит, блядь. Ты крутит ДПС. Я смотрю, в лече он там почти на последнем месте. Да, Алконфила там по трэше больше было, чем по лечу. Суть я уешь вообще. Играйте соло цель. Так я и соло цель дамажу. Просто я сейчас ротацию так сделал. Нет смысла крутить на ширкарях, на вот этих всех. Я же говорю, у меня ротация никак не портится с соло ДПС. Вот чем больше вы ауешьте, тем быстрее вурдалаки умирают, тем больше мне придется диспелить вне вурдалаков, тем больше босс получает урон. Ну, ап урона своего. И больнее нам. Ну ко мне доебов не должно быть, идите нахуй. Не, ну Кунка, ты вообще зверь. К тебе вопросов нет, а остальные хули вы ауешьте так сильно? ДПС вокруг. С кого я ретаунчу? Сейчас запускаем. Рейд блокирую.